Так называемый СПИК гарантирует для предприятия неизменность условий ведения бизнеса в обозримом будущем. По условиям контракта государство также гарантирует федеральные преференции. В свою очередь компания «Класс» обязуется увеличить уровень локализации производства и мощности завода, дополнительно вложив 750 миллионов рублей. Также договор предусматривает создание больше 100 рабочих мест. Губернатор края уже отметил, что специнвест-контракты помогут не только сохранить существующих инвесторов, но и привлечь новых. Это позволит перезагрузить промышленность в регионе.